В селе Борисовка вода на улицах. Утром в одном из районов была затоплена дорога. Местные жители пока пробираются вброд к центру села. В этом году, как любой тайфун, вот этот, в августе их сколько? Три было уже? Три было. Вот каждый тайфун в августе три раза уже. Все идет в мой огород. Через огород там еще лучше видно ручей. Прошлое наводнение, когда смыло дамбу, в мою машину затекла вода, что в салон налилось. Там, где запаска, полностью была в воде. То есть это о чем-то говорит. Люди страдают даже не столько от дождя, сколько от неграмотного расположения этих сточных канав. Река Раздольная поднялась на 26 сантиметров выше поймы. Новые осадки прибавляют объем. Наполняются и малые притоки, которые текут вблизи сел Уссурийского округа. Так, Казачка выше поймы на 174 сантиметра. От разлива вновь пострадали жители Пуциловки. Залита дорога краевого значения. От административного центра отрезаны Богатырки и Монакино. Река Борисовка превышает пойму на 25 сантиметров. Отсутствует автомобильное сообщение с селами Корсаковка, Крауновка, Икановка, Кондратеновка, Каменушка, Каймановка, Линевичи, Кугуки и поселком Партизан, а также одной из улиц в Корфовке. В пару сел можно добраться только на высокопроходимой технике. В самом Уссурийске частично затоплены улицы. Только жители Новоникольского проезда 10 приступили к уборке территории, дождались работ по откачке воды в подвале, как дом снова стал островом. Людей по необходимости вывозят в подтопленных районах на высокопроходимой технике или моторной лодке силами спасателей и администрации Уссурийского округа. Тем, кому это необходимо, предоставляется пункт временного размещения.